Так, захожу. Итак, арена для рестлинга. Зрители будут находиться вот здесь, зайдут на сервер, вы зрителями будете. Вот тут вот будете сидеть. Охуенные места. Вот тут вот если сядете, то вам ничего не будет видно. Очень круто придумано, переделывайте. Так, ну и собственно, сама арена для рестлинга. И заходят наши рестлеры. Первый рестлер сюда вызывается. Миля! Та-та-ра-та! Сука, уже у всех скины готовые, блядь. Заходите, заходите. Итак, Милян, уф, блядь, нихуя себе. Суперденс, покажите еще раз. Ну, вот этот вот. А ну, блядь, нихуя. Ебать! Все подготовились, реально топовые рестлингисты. Ебать! Итак, демонстрационный бой. Чигарок против Ханова. Дамы и господа, приветствую вас на демонстрационном бою Чигарок против Ханова. И первым выходит Чигарок! Сейчас вы находитесь на демонстрационном бою, но также я рад анонсировать вам такие бои, как Ека против Звезды! Настоящий бой Чигарок против Ханова! Тича против Както! Дэнс против Миляна! Сэр Охуенно против Суджика! Артикс против Саши, который А! И рефери будет Слава, на которого я кидаю рейди. Шифтаните, если готовы. Так, Чага готов. Ханов, шифтаните, все. Файт! Начали, раунд пошел. А, сейчас, дзинь. Ну, короче, ну вы поняли, блядь. Сейчас колокол мне нужен колокол. Нихуя себе, Ханов сразу пытается вытолкнуть Чигарка за пределы арены. Так, Ханов пытается навести суеты своими трюками. Хороший прыжок. Вот это прыжок от Ханова жесткий. Так, нормально. Ой-ой-ой-ой, я мешаю, по-моему. Ханов делает зверский прыжок и падает, спотыкается. Чага разгоняется от канатов, отпружинивает очень жестко. Ханов тоже решил разогнаться, что же будет? Так. Извините, я пукаю. Ух, нихуя себе, вот это удар критовый. Нихуя. Блядь, жестко. Чага огребает жестких пиздюлей. Ханов падает со сцены! Чигарок его столкнул! Второй раз сталкивает Чигарок Ханова! Еба! Чага, походу, в отрубе. Чага решил перекусить в отрубе, немножечко решил отдохнуть. Так, Чигарок к чему-то готовится. Ё-моё! Вот это прыжки! Охуеть! Пиздец. Что это такое, блядь? Чигарок разгоняется от канатов. И огребает пиздюлину от Ханова. Пиздец. Получил криты, еще и вылетел за пределы. Драка продолжается уже за... Ой-ой-ой, Ханов побеждает! Ханов! Демонстрационный бой, шоу-матч! На сцену выходит Супер Дэнс 500. Что-то покажешь? Неважно. Вторым бойцом выходит известный по таким боям, как забивы в хабе на СП, Миллион! Ебать, посмотри, что он делает. Нихуя себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шифтаните, если готовы. Есть. Суперденс, шифтаните, если готовы. Есть. Ой-ой-ой, нихуя себе, блядь. Сразу разбивочка ногами пошла, блядь. Нихуя себе. Милян отлетает.
Жестко забивает рукой Суперденса. Суперденс пытается ответить ногами, но нихуя не получается. Ой-ой-ой, мешаю. Отойду в угол. Ебать, Милян жестко прописывает головой Суперденсу в грудак. Ебать, какой быстрый бой. Ебать, Милян, что ты сделал? Милян показывает победные дерпи. Победные. Поздравляем. Хорошо. Милян осыпает золотом его менеджер. Нихуя себе, Милян, блядь. Ничего себе. Так, нужен еще какой-то демонстрационный бой. Третий шоу-матч. В сегодняшнем эфире на ринг приглашается Артикс. Опа, ебать, вот это прыжок. Хуяк, нихуя себе! Вау, очень крутое приземление. Второй боец. Саша, который... который кресло, который админит группу в предложке пятерки. Сейчас, у меня есть четверной голос, типа все аплодируют, сейчас. Ура, ура! Мы вас так любим, Артикс и Саша, ура! Артикс, шифтаните, если готовы к бою. Шифтаните, если готовы. Так, есть. У вас анимация странная. Саша, шифтаните, если готовы к бою. Так, есть. Саша, кстати, левша. Поехали! Убирай! Так, нихуя себе. Саша разгоняется от стен! Нихуя себе, прописывает жестко Артиксу. Артикс стоит в стойке боевой. О, прописал ногой жестко! Артикс прописывает второй раз ногой, третий раз ногой прописал Саше! Саша отлетает от канатов, он просто в ахуе! Так, теперь пропускает Артикс, но Артикс тоже отвечает ногами жестко. Пиздец. Саша пытается провернуть трюк, но Артикс его выкидывает за зону! Нихуя себе! Так, бой продолжается уже за пределами ринга. Здесь правила уже не учитываются. Артикс побеждает! Артикс, мы хотим сосать твой писюн, ты такой крутой! Нихуя себе! Не, вот такие замесы, они разрешены только если вы меня вырубите как рефери. Рефери же должен, типа, вырублен быть, чтобы такие замесы были. Так, нормально? А, подождите, давайте еще бой, все рестлеры, сейчас, но без судьи. Все рестлеры, как это называется, надо кикнуть со сцены, короче. Надо кикнуть со сцены, шарите за эти правила. Займите все углы займите. Вот, сейчас будет последний бой, все против всех. Шотдаун это называется или как? Шеде, это шеде, братик. Короче, самое главное, вы если выпадаете за зону ринга, вы уже не имеете права возвращаться. Поняли? Итак, матч! А, Royal Rumble, да. Матч по правилам Royal... Не, Royal Rumble это когда выходят челы и их надо выкидывать. А когда все начинают и их надо выкидывать. Короче, шотдаун. Я скажу, что это шотдаун, типа выкинуть. Шеде, бро. Матч по правилам шотдаун начинается прямо сейчас! Так, поехали. Если вас выкинули, не имеете права возвращаться обратно. Ебать, посмотри нахуй. Ебать! Какой же жесткий замес. Первого выкидывают Артикса. А, нет, Миляна. Милян, ляж. Пропиши слэш-лей. Слэш-лей пропиши. Пропиши, ты типа все, выпал, сознание потерял. Потерял сознание. Нихуя себе. Все рестлеры дерутся, пиздец полный. О, глянь. Вот это топ. Топово выглядит. Иллюминейшн. Да, это иллюминейшн называлось. Я вспомнил, да. Блядь, что творит Суперденс? Он бегает по всему рингу, реально жестко. Так, кого-то только что убили. Нихуя себе. Ты вообще знаешь, как сцена работает? Я? Да. Вы должны выкидывать друг друга. Выкидывать должны. Выкидывать. Ча. О, еще кто-то умер. Еба. Чага, уже все, не входи. Ого, ничего себе, вот это прыжок. Ты успел кого-нибудь ударить в этом прыжке? Да. Хорош. Сердечек не хватает. Ебать.
Давай, 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 давай. Ну смотри, так прыжок-то и на тебя повлияет. Надо тебе удобно приземлиться. Ханова, Ханова жестко запиздили в углу. Очень жестко запиздили Ханова. Ого, вот это прыжок! И Ханова почти выкинули! Ханова почти выкинули, но он успел остаться! Пиздец. Хороший прыжок, отличный. Ну, профессиональный. Да-да-да-да-да. Посмотрите, посмотрите, как напёздывает Супер Дэнс. Посмотрите, что он творит. Он прописывает в комбу ногой. Пошли комбы Ханова ногами. Убегает, убегает, куда-то убегает. Получает везделюну. Пытается, пытается отпружинить от канатов. И почти выпал, почти выпал. Почти выпал за ринг. И все, Супер Дэнса выкидывают за ринг. Остается три бойца. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять Ханова почти выкинули. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Артикс, покажи красивый бой. Что за хуйня ты кулаками машешь? Покажи что-то красивое. Куда ты влетел? Ты все умер. Так. А, Артикс яблочко завязал. Все нормально, нормально, нормально. Хайповые. Ну пока мы не видели. Артикс начинает прописывать ногами Ханову. Жестко прописывает ногами. Ханов отпружинивает от канатов. Один раз, второй. Встал на месте. Это рефери вообще или кто это? Это енотис. Но если енотис рефери, то тут немножечко правила меняются. Сейчас правим положение. Ой-ой-ой, Артикс начинает ногами прописывает и выкидывает Ханова в нокаут, нахуй! Ебать! Артикс, что ты сделал? Что он сотворил? Посмотрите на него, нахуй! Ебать! Артикс, ну ты крутой, реально. Кто-нибудь готов продемонстрировать, как столы работают? Один другого швырнет на стол. Кто-нибудь может показать? Вот, ну, рестлеры, у вас есть тренировка какая-нибудь, чтобы показать? Алло, алло. Кто кого же? Вот, вот, столы готовы. Кто-нибудь кого-то хочет швырнуть? Чигарок швыряет на стол Артикса. Нет, нет, уже стол сломали. Сейчас починим стол. Сейчас, смотрите, чиню стол. Так, давайте один другого швырнет, блядь. Демонстрацию покажите. Хуяк. И смотрите, Супер Дэн сломал стол своим телом. Ебать, ну и хуйня. Потому что дохуя людей. Ладно, неважно. Собственно, неважно. Приходите на официальные бои, которые будут больше натренированы, с крутыми бойцами, с хорошим сюжетом. Я назвал уже бои, которые будут проходить. Вот, собственно, приходите. Это будет, ну, на выходных. Вот, а на этой арене наши бойцы будут тренироваться. И еще, организаторы, пожалуйста, можете карту перестроить чуть-чуть? Потому и что хуево все видно. Вот на какие бы места люди мы не сели, хуево видно. Хотя все равно по стриму будут смотреть, но лучше повыше их всех подвинуть. Да, мы вам балкончик можем сделать. Ну или реально, ну повыше, вот, вот примерно хотя бы чтоб отсюда. Вот на такой высоте должны быть места. Все, ну нормально, спасибо, спасибо. Бойцы продолжают тренироваться, могут тренироваться здесь, я надеюсь, всю ночь. Красиво. Ёбнись так об стол, Милян. Ебать, сломал стол. Охуеть. Ну все, нормально, нормально, нормально.